Вот мы изучили движение. Вот такое движение. Приступим к изучению данного движения. Все. Закончили упражнение. Все. Итак, начнем. Начнем изучать этот. Давайте, до новых встреч. Всем пока-пока. Давай сначала. С самого начала. Небольшой лайфхак, который поможет тебе хорошенько держать свое равновесие. Хорошенько держать. Вот мы изучили движение. Комментируйте, ставьте колокольчик, звените. Что-то запутался. Вот мы изучили движение без марки. Если у тебя остались вопросы, пиши их в комментариях. Ставь лайк, подписывайся на наш канал. И до новых встреч.